Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Мудроза. Мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием Dead Park. Мы сегодня попытаемся уже пройти, значит, нашу любименькую игру. Я надеюсь, у меня там все сохранилось. Так, и смотрим. Да, ребят, у нас уже все сохранилось. А, значит, что мы делали в прошлой серии? Дайте-ка я вспомню. Мы, значит, в прошлой серии прошли тот лабиринт, который у нас был в администрации. У нас были... Ну, короче, ребят, кто еще не смотрел прошлые серии, обязательно посмотрите. Обязательно посмотрите. Так, что у нас здесь есть интересненько? У нас есть ножницы, и мы сейчас будем потихоньку... Помаленьку. Мы, значит, сегодня будем прокрадываться в цирк нашего любимого клоуна Пеннивайза. Перед началом ролика, конечно же, подпишитесь на канал и поставьте лайк, ведь для меня это очень важно, а вам не сложно, поэтому вот цирк огромный. Огромнейший цирк. Наконец-то у нас уже, у меня, в нашей стране, конечно же, у нас что-то снега не было, наконец-то уже выпало, а то что-то какие-то катаклизмы у нас проявились. Вот уже наконец-таки снег такой уже лопатый прям. Никаких этих самых у нас ничего такого не было. Так. И тут я могу юзануть ножницы, да? Опа! Мы, ребят, в цирке, смотри-ка. Ой, у меня окно открытое, там машины едут. Я надеюсь, меня будет слышно. И нам это мешать, конечно же, не будет. Потому что я решил немножечко окошечко открыть. Даже если открытое, мне кажется, оно нам не помешает сегодня в нашей серии побывать, походить. Ой-ой-ой, страховенько, куда это мы лезем? Фух, я, конечно, не понимаю, но куда-то мы сейчас прилезем. Страшно, очень страшно. Отвертка есть. Смотри-ка. Есть слайд. Так, нам нужно встать. Ты умрешь тут. И какой-то код. Смотри. Ля, я забыл. Я забыл, какой у нас был код. В прошлой серии. Здрасте, моя радость. А какой же у нас был код? Значит, идемте слайд вводить. Я надеюсь, мне хотя бы покажут. Не придется же мне запись отключать и смотреть. Короче, там нужен пароль. И там пишет, что я там умру. Не хотелось бы погибать на таком моменте, конечно же. Я же уже почти что всю игру прошел. Надеюсь, тут хотя бы какие-то попыточки будут. Хотя бы одна, хотя бы две. Но хоть попытки будут. Так, ну что, вы сможете отключать клоуна. Там что-то это самое. Мы, значит, пошли этот слайд вставлять. Куда мы его будем вставлять? Вот сюда мы его будем вставлять потихоньку, помаленьку. Я тут могу подняться? Нет, подняться я здесь не могу. Нам нужно именно на ступеньки. Вот они. Вот они, хорошенькие наши ступенечки. Хорошие, хорошие. Так, и слайд. Последняя пятерка. Нам покажут весь код. Пожалуйста. Угу. На цифре слайда цифра 5. А как мне узнать вот все прям цифры? Поход, ребят, надо, значит, мне ролик отключать и узнавать, какой же код. Правильно? Наверняка. Значит, я сейчас это отключу. Смотри, она просто там висит. Я, значит, ухожу на паузу. И последняя цифра, это была пятерочка. Я сейчас это все дело соединю. И мы потом уже вернемся. Поехали. Ну что, ребят, мы вернулись. Я пересмотрел предыдущий ролик. У нас, значит, был пароль 438. Ну и, конечно же, последняя цифра, это была 5. Мы сейчас отправляемся в цирк. И уже до конца 4385. Это мы сейчас пароль ведем. И что же нас там будет ждать в этом цирке, я вообще без понятия. Я надеюсь, там будет что-то интересненькое. И мы уже с этим клоуном распрощаемся. Он меня не будет трогать, клоуняра.
Так, нужно, конечно же, немножечко звук скрутить. 4, 3, 8, да, и 5. 4, 3, 8, 5. Мы быстренько ползем, значит, по огромной канализации. Я хотел сказать, это у нас вентиляция, а не канализация. Как всегда, графика поражает меня. Все тут прекрасно, все тут чудесно. Графика здесь величайшая. Фух, страшно, очень страшно, аж мурашки по коже. Что нас тут ждет? Я надеюсь, ничего плохого не будет нас ждать. Так, 4, 3, 8, 5. А тут ведется сейчас само? Как не знаешь код? Почему не знаешь? Не понял. И что это такое? Или тут нужно 5 чисел? А, нужно 5, а где-то слайд 1. Посеял. Оно, то есть, у меня само ведется, да? Ай-яй. То есть, я зря просто это самое, да? Ну, конечно. Куда нам нужно будильник, кстати? Будильник, будильник. Куда ж тебя впихнуть, дорогой мой? Фонарик, будильник, отвертка. Зачем мы подобрали будильник? Чтобы кого-то разбудить, возможно. Кого? То есть мне даже не надо было эти цифры записывать. Она сама у меня, как бы игра засчитывает, что я это прошел. То есть зря, зря я это все делал. Там пятизначное число, ребят. Ну, не знаю, нам нужно в администрацию или нет, но... Нам нужно сюда. Давайте пока что мы не будем идти в администрацию. Я, конечно, думаю... Что мы найдем этот код. Я там разобьюсь, да? Я надеюсь, что мы код найдем. Все у нас будет чики-пуки. Это не врубается. Ну, логично, мы это и так уже использовали. А где же мне юзануть еще? Где последний слайд может быть? Как вы считаете? Где мы остановились? Мы в лабиринте все забрали. Окончательно. Вот тут что-то 12 пишет. Может, тут что-то нужно? Разгадать какую-то тайну. Тайну злого клоуна. Я не знаю, я честно и без понятия. Может, нам туда нужно будильник поставить, нам завести, чтобы мы проснулись? Нет, тут уже заперто. Дед Парк пишет. Да, 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 да. Это что-то явно неладное. Вот есть повозка с едой. Может, тут что-то есть? Зачем я опять кусок мяса взял? Что, мне будильник с мясом соединить? Хм. Интересно. А если я сюда замок юзану? Я не могу использовать это здесь. Точно? Не можешь. Может, тут что-то? Например, замочек. Тоже не может использовать. А вот если я здесь что-то юзану? Там клоун наш любимый идет. Зачем мне это юзать? Я это юзанул, оно у меня не действует. Может, где-то, должно где-то быть. Где-то последний слайд спрятан между этими разными машинками. Может, где-то в самом парку, где мы еще не взаимодействовали ни с чем. Хотя, кто его знает, дорогие друзья. Собака до сих пор спит. Да, может, я тут что-то пропустил? Мы же тут последний раз ходили, бегали. Возможно, я здесь пропустил один слайд. Как вы считаете? Ну что, где? Сейчас я с этим слайдом буду еще полчаса бегать, смотреть, тут его искать. Его здесь нету попросту. Какие-то вот кляксы валяются, разные штуки, но ничего такого я здесь не увидел. В цирке тоже вроде ничего нет. Зачем же нам будильник? Зачем же нам будильник в администрации? Я тут уже кругами хожу. Я уже, честно, я не знаю, что мне делать. Вот это вот домик, где можно сохраниться. Тут нет слайдов нигде.
запрятанных слайдиков. Ну чего? Ну чего ты? Клоун на превьюшку. Хотя, кто знает, мы, может, с тобой еще потом увидимся на превью. Смотри-ка. Ну, сейчас либо в администрацию, либо в цирк, опять же. Ну, лабиринт, мы же не будем туда возвращаться. Опять это все дело проходить я очень не хочу. Мы же и так это все прошли. Что-то я сейчас без понятия, что да как юзать. Может, тут где-то слайд последний валяется между лавочек, между этих разных деревьев. Ну, где-то он же должен валяться. Такой себе слайдик. Такой себе слайдик хороший. Слайд, ну ты где? В этой реке какой-то кровавый, его тоже нету. Или не кровавый, или это какой-то кетчуп. Это наверное, это... запасы кетчупа на зиму, точняк. Да-да-да, это более правдиво. Ну что, давайте в администрацию тогда. Быстро сейчас я сгоняю. Я не знаю, зачем. Возможно, я что-то реально, я, возможно, что-то проглядел. А потом уже и в цирк вернемся напоследочек. Погнали, ребят, в администрацию. Я надеюсь, я все, я найду то, что я хочу. Администрация. Ну, лабиринт я и так уже прошел. Хотя я одну дверь не посмотрел лабиринта. Честно говоря, ну, не посмотрел дверь. Давайте тут сейчас посмотрим. Так, я решил закрыть окошко ненадолго, вот, чтобы это все дело юзануть. Ну, вот тут мы спустились потом из этой штуки. Мы потом это все прошли с вами. Теперь ничего у нас шуметь тут не будет, мешать нам тоже не будет. Смотрите, что мы еще с вами не прошли. Здесь мы все видали. Возможно, я где-то что-то пропустил, но тут я везде все слайды забирал. Здесь тоже все обрыгано, я здесь тоже все забирал. Смотри, во, еще одна эта штука. 9 из 13. Что у нас еще тут шумит, непонятное дело. Может, здесь что-то, смотри-ка. Это я куда вылез потом? Это, ага, это я через эту штуку залез. Прошу прощения. Так, может, тут я что-то реально забыл? Ну, я надеюсь, что я здесь где-то что-то позабывал. Так, монетушки надо взять. Смотри-ка, может, я в этом коридорчике что-то позабыл. Где-то тут, давайте, будет слайд валяться где-то здесь. Я отстану. Я, ребят, реально отстану. Так, тут можно заныкаться, тут ничего. Тут склад коробок. Унитаз. Реал, я не знаю, ребят, я без понятия. Что это у нас тут? Слайда нету, ну блинский. Ну что это такое? Я хочу слайд. Вы мне дайте слайд, и я успокоюсь. И я уйду из этой темной дыры. Может, тут где-то? Смотри. Это что-то за дверь? Есть! Слайд! Ура! Еще какая-то цепь. Фух, ребят, я нашел эту комнату злополучную. Я ее так даже назову, эту гадскую комнату. Мы тут, значит, не все проглядели в прошлой серии. Ну, ура. Мы покидаем этот дом. Несчастную администрацию эту. Гадскую. Так, все, ребят. И мне можно будет сейчас пойти в цирк. Мне сейчас наверняка нужно будет пойти, конечно же, в цирк. И не знаю, зачем мне туда, конечно, идти. Я вроде тут раздобыл еще предметов. Ага, слайд, точняк. Все у нас, ребят, закрутилось, завертелось. И мы, значит, нашли комнату. Темную комнату, которую мы еще не находили. У нас сейчас этот слайд тоже вставится поглубже туда, в эту штукенцию. И нам это все, конечно же, покажет дело. Тут какие-то военные и цифра 7. Вчера я услышал, как военные говорили что-то про психологические там какие-то травмы, усиление страха или что-то. Но нам это все не интересно. Мы ведь играем, нам это
эти сказочки, этот сюжет нам ведь не интересен, да? Правильно, правильно. Зачем нам сюжет, если можно и так просто так, там тупик, наверное. Куда ты пошел? Куда ты пошел, дорогой мой Дмутроза? Давай, Дмутроза, ты сейчас быстренько пройдешь это все. Ну и нарой. Сейчас мы это все дело попробуем пройти. Ох-ох-ох-ох-ох. Залезаем в цирк. И что же там сейчас будет? Что же там у нас такое интересное будет? Куда нам, что и зачем нам это все будет нужно? И что там было за надпись на двери? Опасность, что-то там нам угрожали. Что если мы туда зайдем, мы уже не вернемся, если вы понимаете, про что я. И мы сейчас узнаем, конечно же, что для нас приготовил этот злобный клоун Пеннивайз. Этот злобный клоун Пеннивайз. И, ребят, мы открываем. Заперто. О. И что тут у нас? Часть цепи. И все? Что мне нужно? Ай, музыка какая-то. Фу. Или это я на призраке играю, и потому у меня такая штука. Там какой-то был цирк, я не знаю. Наверняка это и есть прохождение. То есть, если бы я играл на сложности какой-то, например, на легком режиме, то там бы на нас бы наверняка была битва с боссом, как я подозреваю. Ну а так как я играю просто на призраке, чтобы ознакомиться с игрой, то там у меня босса никакого нету. Ага, вот оно что. Ага, обчистить арену. Это мы прошли. Есть, ребят, неужели мы сейчас пройдем игру полностью и целиком? Я вот окошко закрыл, это уже холодно. Вы и так понимаете у меня дома. Поэтому вот такие вот дела. Не буду говорить о себе, буду говорить о этой штуке. Так, куда нам нужно? Лодка-колесо. На лодку-колесо там точно можно было что-то применить. Возможно, мы сейчас цепи применим, и оно нам выбьет ворота наверняка. Реально. Ну-ка, давай сейчас попробуем. Если эти догадки правдивы. Смотри-ка, вау. Это серьезно так? То есть мы сейчас выломаем ворота. И нам нужно как-то эти цепи соединить. Вот. Давай-ка действовать. Давай-ка мы сейчас это все проверим дело. Юзаем. Бац! Вот оно что. И все. И что у нас осталось? У нас остался будильник. У нас осталась отвертка. У нас осталось мясо на дорожку. Можем еще перекусить. Правда, сырое. Ну, сырое, не сырое тоже можно, в принципе, перекусить. Что я вам хочу. Идемте, значит, в последний путь. Попрощаемся с клоуном. Клоуняка, мордаха твоя небрытая. Ты где? Иди сюда, иди сюда. На превьюшку ты мне нужен. Сейчас должен на превью. На превью пойдешь, дорогой? Ну, да, в принципе, я думаю, да. На превью он и так нам уже подошел. В принципе. Да, все. На превьюшку я его взял. Это дело святое на превью. Поэтому, ребят, вы, конечно, на меня не злитесь, что я так вот по этому самое прохожу. Так, а где я уже заблукал? Во, все. Ну, все, я пошел. Я, в принципе, пошел. Тут можно? Билет не нужно? О, это 10 из 13. А может, мне этих клоуняк нужно было собирать? О. Нет. Нужно какую-то правильную комбинацию. Если я все по порядочку просто нажму. А наоборот. Давайте среднюю. Маленькую, эту. Среднюю, эту, вот эту. Есть. Спускается, смотри. Спустилась за нами повозка эта. Ага. Я теперь сюда, да? Я лечу в небеса. Клоун, пока.
Я улетаю от тебя. Или это еще не все? А зачем я здесь? А зачем я лечу? Это концовка или я тут куда-то должен спрыгнуть? Не, я прыгать не хочу. Вау, мурашки по коже. Правда, туман ни хрена не видно. Что-то как-то не очень. А ну меня сейчас один круг что-то сделает и куда-то меня привезет, я так понимаю, да? Куда-то в иной мир. Какая-то будет наверняка дверь. О. Куда мне дальше? Опа. Красная дорожка Голливуда. Красная дорожка Голливуда. Ребят, меня тут как звезду встречают. Слушай, давай сейчас мы посмотрим. Не нужно будильник юзануть. Смотри, концовка пошла. Мы возвращаемся в наш дом. Наша елочка дорогая. Наше тут все. Нам нужно поставить будильник. Ага, и мы лягаем спать, да? Мы решили лечь поспать немножечко. Мы засыпаем, мы закрываем глазки. И проснемся в прекрасной комнате. Наполнено друзьями, я надеюсь. Что это такое? Зазвенел будильник. И это я где? Это я в психушке. Эта комната мягкая, чтобы не было это самое, чтобы люди бошками об стены не бились, не повредились. Что? Поздравляем, теперь вам доступна дополнительная плохая концовка на легком режиме. Меня сожрал клоун. Ну что, ребят, что я им хочу сказать? Конечно же, эта игра восхитительная. А если я нажму продолжить? Меня опять телепортнет? Что у меня там будет? Сейчас мы проверим. Ага, все, я понял. А это я уже на легком режиме, что ли? Выйти, я выхожу. Там у меня было одно хп, это что, я уже на легком, что ли? Я не знаю, ребят. Ну, короче, что я вам хочу сказать? Эта игра просто великолепная. Мы ее прошли. Если что, то мы еще, конечно же, в эту игру вернемся. Здесь также есть, по-моему, магазин. Здесь есть клоун Пеннивайз. Тут, конечно, у меня интернет не грузит, но там есть вот этот вот Пеннивайз, и мы его обязательно тоже купим. Возможно, попробуем пройти на легком. Я, конечно, не обещаю, я же не такой крутой про по хоррорам. Я только новичок, и... ну как новичок. Уже целых 2 года, по-моему, в Грэнни играю. Там, только на легком режиме. Но все же, я могу себя назвать проходителем хорроров. И это тоже в мою такую копилочку хорроров залетело. Ребят, спасибо всем за просмотр. С вами был я, Тмутроза. Мы сегодня играли в игру под названием «Парк смерти», первая часть. Всем удачи, всем пока.